Губернатор Алексей Гордеев посетил Воронежский театр юного зрителя, который отмечает свое 50-летие. В здании театра глава региона осмотрел выставку костюмов и фотографий, посвященную юбилею. После этого уже со сцены малого зала Алексей Гордеев поздравил творческий коллектив Воронежского ТЮЗа. Для меня театр – это всегда возвращение к такому правильному консерватизму, когда ты можешь, глядя на какой-то спектакль или игру артистов, задуматься, наверное, о таком самом главном, что такое смысл жизни, что такое ценности, которые должны быть все-таки вечными и не меняться в зависимости там, от правителей или какой мы изм очередной там строим. И всегда это наполняет, вдохновляет, где-то успокаивает и дает силы, когда мы приходим в театр и погружаемся в это искусство. Я сегодня с большим удовольствием хотел поздравить вас с этим юбилеем. 50 лет – это настоящий юбилей. Я тут недавно пошутила одна уважаемая такая крупная организация, Академия государственная, отмечала бурно трехлетие свое. Конечно, хотелось бы каждый год отмечать, но все-таки 50-100 лет – это редкие события, когда есть смысл подводить итоги и строить планы на будущее. Пожелать вам творческих сил, естественно, успехов, любви зрителей. И чтобы вы шли всегда с радостью служить этому делу. И, наверное, в этом мы тоже схожи. Мы не работаем, а мы служим вам от этого великого служения. И с наступающим Новым годом. Спасибо вам. Подарком губернатора к юбилею театра стал автомобиль ГАЗ-33-106 «Валдай». Передав ключи от машины художественному руководителю ТЮЗа Александру Латушко, глава региона также вручил ему знак отличия за заслуги перед Воронежской областью. Почетными знаками правительства благодарности от земли Воронежской Алексей Гордеев наградил заслуженного работника культуры России Виктора Копосова, который играет на сцене театра с первого дня его основания, и других актеров Воронежского ТЮЗа. Многие актеры и работники театра получили благодарности губернатора Воронежской области. Алексей Гордеев пообещал помочь с приобретением и установкой нового осветительного оборудования, чтобы театр юного зрителя никогда не старел и был лучшим в России.